Вот госпожа Эдельман, давая интервью корреспонденту, телеведущей украинского телевидения, на призыв, на лозунг «Бандеровский «Слава Украине»» отвечает окончанием этого бандеровского лозунга «Героям слава». Пані Тамаро, раді вітати вас у нашому ефірі. Ми звикли вітатися. Слава Україні! Героям слава! І смерть клятим ворогам! В настоящее время госпожа Эдельман проживает в Португалии. Но за то время, когда она преподавала и даже получала звание заслуженного учителя, вы представляете себе, какое количество мусора и лжи и подтасовок она успела вложить в головы детей, в головы учеников? И это что, единичный случай? Совсем нет. Их очень много, в огромном количестве учебных заведений.